Предупреждение. Игра содержит элементы хоррора и мерцания света, возможно, пугающие и внезапные моменты с резкими звуками. Для погружения в атмосферу игру рекомендуется вникать в сюжет, играть одному и в наушниках. Да я и так уже в наушниках. И еще. Всем привет, ребят! С вами я, Влад Лол, и сегодня мы будем играть 5 ночей с Фроги. Это такая игра, это, ну, как 5 ночей с Фредди. Ну вот, 5 ночей с Фроги, сказки могут стать ужасом. Давайте сразу начнем. Погнали, пока что. Так, мучу. Однажды в Праге. В точнее спальном районе Праги. Отлично, вот и я... А, можно нажимать. Отлично. Вот и я купил, наконец, новую квартиру. Но как же мне жить дальше? Деньги то закончат, жить есть где, но ни на что. Ах, да, что это за газетенка я нашел сегодня в городе? Сейчас посмотрим. Королевские ведомости. О май гад, о май гад, о май гад. Вот, да, вы можете, ребят, поставить стоп и прочитать это все. Ничего, стереть. О, требуется охрана. Да, еще в таком элитном месте это работа для меня. Я устроюсь туда сейчас же. Алло? Да, я хочу устроиться у вас охранником. Бесправных. Меня приняли. Теперь надо доехать до сказочного королевства в центре города. Где там припарковал свой ржавенький фургон, совсем забыл. Ага, вот и он. Он должен был уже остыть. Ну и бардак совсем его запустил. Ну ладно, поехали. Вот это да. Вот это да. Вообще классно. А что классная анимация получилась. О, дай-ка и рутусти он представляет. Такой гоняет на развалюхе. 5 ночей в Сроге. Даже зеленеют. Вот эта песенка. Вау, фонтан. Это был король. Наверняка он это видел, какой позор. Сколько же... О май гад. Сколько же с меня потребует за это? Ой, не, не беспокойтесь, право. Право же, это пустяки. Наша беседка очень крепкая, ведите невнимательно. Позвольте, я помогу вам припарковать этот фургон. Ой, какой же, смотрите, как я выгляжу, вообще красавчик. Ну хорошо, спасибо большое. А то я уже испугался, что повредил чего. Вы ведь Томас, да? Судя по тому, что вы уже в форме. Вам не терпится приступить к работе, но мы ведь даже еще не приняли. Ведь неловкое молчание. Ах, не волнуйтесь, вы уже упоминали по телефону, что вам уже приходилось работать охраной. Поэтому я несомненно могу вас принять. Более того, нам очень нужны люди на эту должность. Сейчас у нас и с этим проблемам всего лишь один охранник на всю территорию. И то он был переведен на дневную смену. Вам не придется работать ночью, позвольте, я покажу вам ваше рабочее место. Я буду в этом доме. Нет, в этом. Бушка из куриножка. Да вы чего? Погуляйте пока по королевству, мне нужно дальше бежать по делам. В 12 часов ночи вы должны уже сидеть в том домике. В нем уже есть все для работы. Я позвоню вам в эту избушку и расскажу обо всем подробнее. Хорошего вечера. Постойте, но ведь как же трудовой договор, а как же документы? Ну вот, убежал. Надеюсь, все будет в порядке. Мне, конечно, сказочно повезло устроиться сюда. Если меня действительно приняли. Капец, какой же я красавчик вообще. Накачанный. Понедельник. Вау. Кто мне звонит? Что происходит? О. А? Так. Так, наушники поправлю.
Да, вообще красота. Ой. О, компьютер. Версия 1. Вау. Тревога. Консоль для экстремальных ситуаций. Ага. Ага. О, класс, ночное видение. Карта даже. Даже слышно клики. Давай. Ага. Музыка. Завести. О, да придется кликать. Слушаем дальше. Да все, убери телефон-то уже. Все? О, телефон. Вау, у меня Nokia. Сообщение. Лоренци, забыл. Камера, нет памяти. А зачем память? Забыл. Че забыл? Лампа погасла, масло закончилось, похоже. Я ничего не вижу. Мне страшно. Мне страшно, алло. Значит, на видео не. Ой. О! Сигнал? Я слышу, что там сигнал нажимать, когда увидишь это. Так, нажимаем. О, привет, привет. Все. Так. Все чисто. Ну где вот эта игрушка Фроги? Да ты чё? Тут ты издеваешься? Так, тут все. Так. А вот уже видно, рука торчит. Так. А, это я уже. Тихо, шкатулочка наша. Что за... О! О, здорово, Фроги, как ты поживаешь? Капец, в моих наушниках такой шум прям бешеный идет. Но пока что все легко. Так. Да вы чего? Чего так быстро вы? Подать сигнал тревоги с текущей территории. Все. Тут еще даже может быть пожар. Так. Хаки-ваки нету. Ой, Фроги, не пугай меня так. Тихо, шкатулочка, шкатулочка, все такое. Да он медленно заводится, конечно. Блин, а что мне делать в темноте, я не понимаю. Лоренц, забыл. Чё забыл? Я тут в темноте, понял, что я сижу в темноте, а ты уже молчишь. Ничего не говорит. Ой. 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 Помогите, пожалуйста. Помогите. А, помогите, пожалуйста. 4 часа ночи. Помогите, пожалуйста. Пожалуйста. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу умирать. 4 часа ночи. 2004 год. Это лягушка? Где? О, ребят. Видите, где дверь? Стрелка показывает. Вот тут. Моргает. Уходи, уходи, уходи. Я не могу даже компьютер же зайти. Вот я могу.
А, он значит в темноте не видит, да? Дай уходи, отсюда еще карту буду убирать, чтобы увидеть. А я что, в темноте мне бесконечно надо сидеть? Так, музыка, заводим. А если заткнется прям песенка, то проигрыш будет, да? Все толпой на меня будут нападать. А кто у нас тут вдалеке стоит? Я как будто ничего не вижу, да? Я как будто не увижу ничего. Так. Да все хорошо со мной, вообще нормально. Вот если ж звуки как окно разбивают. Это что, малолетки, что ли? Ой. А где он? Хаги-ваги. Я его назову Хаги-ваги, он почти похож на него. Ну что-то убрал. Вот он. Привет. О. Все, уходи, пожалуйста. Молодец. Фонтанчик. А, все. Ой. Где, ребята, ну что он видео хорошо? Ай, да что происходит? Все. Все готово. Папа. Чехия, блин. Ха-ха. Настало утро. Вандалов прогнано. 12. А, вандал. Ущерба нанесено. 20%. Фух, немного сложно было, конечно. Вообще хардкор. Немного было. О, неужели это? Вы ночной охранник? Ой, ты кто? Вау, красавчик. Ты лучше меня выглядишь. Да, а вы, я так понимаю, дневной? Именно так зовут меня Даниэль. Если что, как хорошо, что вы живы. Вы ведь понимаете? Понимаете? Ой, понимаете, о чем я? Вы про игрушек? Верно. Значит, и вы их уже увидели в действии. Хорошо. Что я вас встретил, я должен вам кое-что рассказать. Когда я работал тут по ночам, я сам видел их похождения, но что меня пугало, такого этого, что они пытаются добраться до меня. Я решил не рисковать и не подпускать их к себе, и я сумел защититься от них. Я хочу сказать вам об этом. Смотрите, исходящих я видел только лягушку и кошку. Если придет лягушка, тушите свет, она совсем не видит в темноте. Ага. Не видит? Ну как она тогда ориентируется ночью в саду? Ну, на улице ночью светлее, чем в темном комнате. А теперь про кошку. Она всегда пытается проникнуть к вам через печку. Не понимаю, как она забирается на избушку, но поглядывайте за печкой. Если вы видите там свечащие глаза, то знайте, что это она. В тот момент у меня был зажжен свет, и она быстренько ушла. Думаю, свет ее несколько пугает или просто слепит. Понятно, то есть я должен держать сожженную, если она будет. Все правильно. А у вас было, что лягушка и кошка приходили вместе? Да, такое случалось. В этом случае постоянно тушите, зажигайте эту лампу. Постоянно в пышке, свету, мне не понравилось им обоим. Большое спасибо, что рассказали. Сегодня ночью мне, конечно, было жутковато видеть ходящую игрушку, лягушку. Понимаю, вас все запомнили? Так точно. Ну, берегите себя. Пожалуй, надо взять с собой спичку в следующий раз. Пройдено. И давайте, ребят, мы с вами попрощаемся. С вами был Влад Лол. И всем, ребят, пока-пока. Вот эта песенка. Всем пока.